Громкий разговор на грани скандала на всю страну прозвучал в Кремле на заседании Госсовета. Президент России выразил крайнее недовольство тем, как работает и развивается, а точнее не развивается, жилищно-коммунальное хозяйство страны. В частности, он заявил, что людей очень часто не устраивает низкое качество услуг, недобросовестное управление и постоянный рост тарифов. А для нормальной работы, по мнению Путина, в этой сфере необходимо компактное, понятное законодательство, правила и нормы. Так, на заседании говорилось о том, что за последние годы в России принято более 100 нормативно-правовых документов. Еще больше находится в разработке, но при этом разобраться в обычных платежках за ЖКУ людям до сих пор сложно. Что же касается тарифов, то в 2012 году они поднимались дважды – летом и осенью, с 1 июля. Электроэнергия подорожала на 10%, цена на газ увеличилась на 15%, на тепло и воду – на 6%. В сентябре стоимость тепла и воды увеличилась еще раз на 6%, а с июля 2013 года она снова прибавит 10% или даже 12%. Кроме того, уже через месяц на те же 10% повысится тариф на электроэнергию и на газ – плюс 15%. В свете происходящего Путин выразил надежду, что правительство примет решение о замораживании тарифов естественных и инфраструктурных монополий. Правда, в разумных пределах, чтобы отрасль не деградировала.